души, что во сне греховно дремлют, когда планету всю грехом окутала тьма, Сын Божий Иисус пришел спасти тебя. Кто может людям на земле спасение дать из-за творения себя на смерть отдать? Все это может Иисус, только Божий Сын пришел с неба для меня, Эммануил. Как Божий Агнец отдал Он себя, пришел спасти, исцелить любя. Святая кровь целый мир спасла, и вновь звучит: «Я люблю тебя». Божий Сын родился в мир, человеком стал, и образ Бога на земле для всех сиял. Ходил по грешной Он земле, учил людей, но люди не признали в Нем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Обучись, Святой, Ты мой Господь живой.